Здравствуйте! Сегодня я расскажу о таком замечательном сорсе метильчатой гортензии, как Magical Moonlight или волшебный лунный свет. Сорт начинает цвести с начала июля месяца, сохраняет свою декоративность 3,5 месяца, то есть до октября, середины октября включительно. Посмотрите, какие у него огромные шапки. Размер соцветия может достигать 35 сантиметров. Вот, обратите, он долгое время сохраняет верхушку зеленую. Ну и как еще одна из особенностей сорта, у него внутри соцветий остаются спрятанные листочки. Этот сорт показал в этом году среднюю устойчивость к листовому ожогу. То есть плюс 35 он выдерживает хорошо. Но плюс 40 листва стала гореть. Правда, когда температура снизилась, листовой аппарат очень быстро восстановился, и растение, по сути, не потеряло своей декоративности. Этот сорт подходит для выращивания для начинающих, но хочу заметить одну маленькую деталь. Обратите внимание, что обрезать необходимо 1, 2, 3, 4, максимум 4-5 почек оставляете. Вот, лучше даже 4. Почему? В случае проливных дождей, затяжных дождей, соцветия, несмотря на прочные цветоносы, лягут. То есть, если вы оставите больше 5, 6, 7 почек от прироста прошлого года, это может закончиться не очень хорошо. Так, сорт отличается, помимо своей декоративностью, тем, что его можно использовать как отдельно стоящее растение, так и в группе. Сорт требователен к питанию и к поливу. В заключение хочу сказать, что Magical Moonlight можно также вырастить на штамбе. Вот, взяли растение, оставили два побега. Вот, посмотрите, который из них будет лучше развиваться. Ну, уже видно, что это вот этот побег. Второму мы дали просто зацвести. И на следующий год мы начнем формировать штамб. Так что выращивать Moonlight можно у себя на участке как в виде штамба, так и в виде куста. Выбор за вами.